Моралов выпустили на волю из питомника Бюзинский в Балахтинском районе. Вот эти кадры. Животные друг за дружкой бегут по вольеру, останавливаются на выходе и растерянно смотрят по сторонам. Но как только выходит первый морал, остальные бросаются за ним. Пока молодняк не освоится в естественной среде, инспекторы Минэкологии будут круглосуточно за ними следить и подкармливать. Питомник диких копытных был создан в 2014 году для восстановления численности оленей. За это время там родилось больше 200 детенышей, а на волю отпустили 215 моралов.